Юные танцовщицы волнуются перед выходом на сцену, раз за разом отрабатывая хореографические связки. Впереди у них важное выступление. В честь юбилея образцовый хореографический коллектив «Сияние» устроил во Дворце культуры «Электрон» грандиозное шоу. Юбилейный концерт под названием «Нам 20. Это только начало» – это своего рода ностальгия по прошедшим годам. Он затрагивает все этапы становления и развития творческого коллектива, начиная с момента его основания. Это новый, важный рубеж в жизни танцевального коллектива. Коллектив «Сияние» – это сплоченный союз балетмейстера Надежды Безбородовой, выпускников, воспитанников и их родителей. За 20 лет у танцоров накопилось немало наград за участие в конкурсах разного уровня – от республиканских до международных. У нас много наград. Мы вообще очень много ездили. Мы объехали пол России. У нас и лауреаты, и дипломанты, и 3 гран-при у меня есть в нашей копилке. А это выпускницы «Сияния», без которых не были бы завоеваны многие награды. «Сияние» для них – это команда, без которой их детство не было бы таким ярким, насыщенным и интересным. Ведь хореографический коллектив помог раскрыть в девушках танцевальный талант. С теплом и нежностью они отзываются о своем руководителе, называя ее второй мамой. Очень любим. До сих пор вспоминаем, приезжаем в гости. Просто самое-самое-самое лучшее и незаменимое. Профессионал своего дела. Да, вот это правильно. Человек, который нас научил танцевать и двигаться по жизни, и дал нам какие-то основы не только в танцевальном плане, но и как человек. Празднование юбилея невозможно представить без поздравлений. В этот вечер они звучали со сцены в адрес танцоров и руководителя коллектива. Коллектив – постоянный участник крупнейших городских мероприятий. «Сияние» прекрасно представляет наш город на республиканских мероприятиях, концертах и событиях. И сегодня хочется пожелать так держать, двигаться вперед, вперед и вперед, творческих успехов, побед на фестивале и, конечно, побольше, побольше концертов. Этот концерт стал настоящим праздником танца, изящества, кропотливого труда, радости и творчества. Присутствующих в зале порадовали лучшими и самыми яркими танцевальными постановками, многие из которых за период существования «Сияния» полюбились сарапульскому зрителю.